Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы вам рассказываем о религии и мировой художественной культуре. Я Алексей Юдин. Тема сегодняшнего сюжета – «Мировое древо». Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Вспоминая эти хрестоматийные строки, пожалуй, остается лишний раз воскликнуть. Ай да Пушкин! В том смысле, что сочинитель. Но сочинитель-то он сочинитель, но строки эти почти что слово в слово вторят одному из пассажей в сказке Арины Родионовны. Но только у пушкинской няни кот ходил по дубу вверх и вниз. И это более похоже на правду. Правду сказочную, то есть мифологическую, а значит, совсем иную правду. Поскольку прообразом этого пушкинского дуба с цепью и котом служит мировое древо. В поэму «Руслан и Людмила» образ мирового древа попадает через сказку из славянской мифологии. И оказавшись в мифологическом пространстве, мы с удивлением обнаруживаем, что образ мирового древа запечатлен в религиозной памяти человечества практически повсеместно. В различных религиозных преданиях мировое древо может проявляться в самых различных вариантах. Это древо жизни, небесное древо, древо плодородия, древо центра, древо восхождения, мистическое древо и особый случай представляет собой древо познания. Но так или иначе, мировое древо – это изначальный образ, запечатлевший универсальную структуру мироздания. Это аксис мунди – мировая ось, пронизывающая и соединяющая с собой различные миры. Нижнее – подземное царство, срединное царство – землю и небесное царство. Ведь это же и есть древо, в структуре которого ясно видны три части. Нижнее – корни, среднее – ствол и верхнее – крона. Ведь путешествие по этому древу и является тем главным сюжетом, который по-разному описывают различные религии. Это восхождение в небо и или нисхождение в преисподнюю. Поэтому пушкинскому ученому коту правильнее было бы двигаться сверху вниз или обратно, как в сказке у няни. Ведь ученый кот или кот-баюн – это существо совершенно особое. Это явно челнок, курсирующий между разными мирами и приносящий в наш срединный мир знания из подземного мира. Самые ранние описания мирового древа мы встречаем в шумерской версии эпоса о Гильгамеше, древнейшие из текста которого восходит к концу 3-го тысячелетия до нашей эры. В этом сказании описывается древо Хулуппу, явно ассоциируемое с ивой, которое появилось еще во времена творения мира на берегах Евфрата. В корнях его змея, заклятие неведающее, гнездо устроила. В ветвях его анзут, птица птенца вывела. В середине его лилит, дева жилье себе соорудила. Дева белозубая, сердце беззаботное. Лилит – это особое демоническое существо, овладевающие мужчинами против их воли для рождения от них детей. Библейская, талмудическая традиция знает Лилит как первую жену Адама, первую Еву. К тому же Лилит оказалась первой феминисткой. Она начала перечить Адаму, говоря, что они равны, поскольку равны созданы из глины. Покинув в гендерном протесте Адама, она сделала посланным вдогонку ей ангелам скандальное заявление о том, что она де создана для того, чтобы вредить новорожденным. Кстати, и пушкинская русалка неспроста на ветвях сидит. Мы знаем, что у русалок были свои проблемы с деторождением. Чтобы обрести бессмертную душу, они должны были полюбить и родить ребенка на земле. В самых разных религиозных представлениях мировое древо становится обиталищем женского существа. Собственно, поэтому это древо и является древом жизни. Пребывающее в древе или на древе женское божество дает жизнь. Происходит это посредством или соков древа, молока богини жизни, напитка бессмертия или плодов древа, золотых яблок, молодильных яблок и райских яблок. Именно они дают герою-мужчине фантастическую жизненную силу.
Немного сложнее обстоит дело с другим вариантом мирового древа – древом познания, добра и зла. Библейская книга Бытия, 10 век до н.э., говорит по этому поводу следующее. «И произрастил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла». Ностальгию по утраченному древу жизни весьма незатейливо выражаем мы с вами всякий раз, когда наряжаем новогоднюю елку. Конечно, елка эта не новогодняя, а рождественская. И ее вечная зеленая хвоя символизирует то самое вечное древо жизни. Гирлянды на ней, как и цепи для пушкинского кота, это спиралевидные пути сверху вниз и обратно. А елочные шары – райские яблоки. А может быть, и плоды древа познания добра и зла? Кто знает. Так что на всякий случай поосторожнее. В хрупкости елочных шаров есть тоже своя символика. Всего доброго! Смотрите нашу программу «7 дней истории». Сегодня мы вам рассказывали о религии и мировой художественной культуре, а завтра вы узнаете о событиях, произошедших в древнем мире. До свидания!